Итак, перед вами инструмент. Шотландская волынка, самая настоящая. Волынка старая, принимала участие во Второй мировой войне. Как она, во-первых, из чего она сделана? Она сделана из черного дерева. Внутри находится мешок. Сейчас уже кожные мешки, конечно, используются, но чаще всего используются мешки синтетические. Почему? Потому что возить кожными мешками просто не оберегаться. В этот кожаный мешок вязана куча-куча деревяшек. Начнем с этих длинных труб. Эти длинные трубы называются бурдоны. Собственно говоря, вот бурдоны, они как раз являются таким характерным элементом большинства волынок. Вот эти самые бурдоны, они создают непрерывный звук, который является аккомпанирующим звуком для мелодической трубки. Итак, сейчас я вам покажу бурдоны. Вот этот монотонный гул, он как раз создает такое, скажем, такое атмосферное звучание. И, собственно говоря, во многом благодаря этому гулу появилось такое выражение в русском языке, как тянуть волынку. Теперь мелодическая трубка. Мелодическая трубка называется чанта. Ну или просто дудка. 8 отверстий и очень небольшое количество нот. Этих нот всего лишь навсего 9. Вы, наверное, заметили, что я могу и играть, и, скажем так, играть на волынке, и при этом не дуть. В чем дело? Весь фокус в том, что этот мешок, он как раз является такой распределительной базой, через которую воздух поступает и на эти бурдоны, создающие постоянный звук, и на чанта. Собственно говоря, как появился мешок? Мешок появился по одной простой причине. Дело в том, что любой человек, который играет на флейте, на гобое, на саксофоне, на кларнете, из-за того, что у него губы постоянно заняты, он что не может делать? Петь. Он не может петь, да. Вот. А в общем-то, основной, скажем так, одной из основных обязанностей музыканта древности состояла не только в том, чтобы играть какую-то мелодию, но еще при этом подпевать. Поэтому самые ранние волынки выглядели следующим образом. Мешок, трубка для нагнетания воздуха и мелодическая труба. Сейчас я попробую закрыть бурдоны и даже что-нибудь пропеть. Попробуем. Ну и так далее. Понятно, да? То есть основная задача появления мешка в ранние времена как раз состояла в том, чтобы дать музыканту возможность и играть мелодию, и, разумеется, одновременно петь. Почему я сейчас так пропел немного? Потому что эта штука, она требует достаточно большого расхода воздуха, и волынка требует очень большого расхода физических сил. Вот вы заметили, что я играю не постоянно, я играю несколько, там, 3-4-5 мелодий, после которых мне необходимо приходить в себя. Волынка физически очень тяжелый инструмент. Мой рекорд, установленный, дай бог памяти, 16 лет назад, я играл 25 минут без остановки. 25 минут, если вам покажется, что это много, точнее не много, а мало, то могу сказать, что я после этих 25 минут примерно 2 часа валялся пластом. Просто приходил в себя. И тогда же примерно поговорил с одним волынщиком из Шотландии, не помню, как его зовут, спросил, какой у него рекорд. Он говорит, ага, Володенька, ты попробовал поиграть без остановки? Да. И сколько у тебя? 25 минут. Очень круто. Первый раз, когда я пробовал делать то же самое, у меня было 27 минут. Больше такими глупостями не занимаюсь. То есть это действительно очень тяжелый инструмент. И, собственно говоря, вот почему у всех нормальных музыкантов во всем мире проходят всевозможные конкурсы. Там конкурс Рахманинова, там конкурс Елены Образцовой, там Римского-Корского и так далее. У волынщиков проходят не конкурсы, а чемпионаты. И играют они, как правило, 4 пьесы, после чего уходят в сторонку и дают место другим, потому что действительно очень тяжело. Волынка. Вот в таком виде шотландская волынка появилась не так давно. Вот именно в таком виде волынка появилась всего лишь навсего в конце 18 века. Был очень короткий период, когда их действительно запрещали, но это было в середине 18 века, после якобитских войн. До 18 века на волынках их никто не думал запрещать. А почему запретили? Шотландцы ввязались в якобитские войны за корону с англичанами. В итоге в 1756 году была бита при Кулладене, которую шотландцы бездарно проиграли. Просто там они делали все то, что не нужно было делать. В итоге шотландцы потеряли независимость окончательно.
и власть на Шотландии перешла английской короне. Вот. И англичане, собственно говоря, они стали шотландцам мстить. Шотландцам было запрещено носить килт, вообще любой расцветки. То есть они носили только такие килты черного цвета. Вот. И им было запрещено играть на волынке. Тут еще весь фокус в том, что как раз вот в той самой битве при Кулладене англичане захватили в плен некого Дональда Ду. Он был волынщиком, при нем не было оружия. Суд над Дональдом Ду длился 2 года. В итоге его признали солдатом. Волынку приравняли к военному инструменту, и более того, появилось такое понятие, как instrument of war, инструмент войны. И на основании этого Дональда Ду казнили. То ли повесили, то ли отрубили голову, я не знаю. Самое интересное то, что 200 лет спустя к этому судебному делу еще раз вернулись, и Дональда Ду оправдали. То есть сказали, что все-таки что он не был солдатом, он был всего лишь на все волынщиком. Но там был период, когда волынки уничтожались целенаправленно, музыкальных мастеров целенаправленно тоже выпиливали, и там на острове Скай, где-то совсем далеко в горах, осталось буквально там 3-4 человека, музыкальные мастера, волынщики, которые сохранили искусство изготовления инструментов. И, собственно говоря, британцы не вернулись к волынкам уже во времена наполеонских войн. В то время вот британская армия, она строилась по, скажем так, по полки составлялись по месту жительства. То есть там были английские полки, там графство Эссекс, английские полки, графство там какой-нибудь Доршир, были валлийские полки, были ирландские полки, были шотландские полки. Разумеется, что по тем правилам, которые существовали на тот момент в английской армии, при каждом полке должен был быть оркестр. У шотландцев оркестра не было. Сказали, ну раз уж вы шотландцы, тогда вперед, давайте волынки, берите в руки. Вот так вот эти волынки стали военными инструментами, так они, скажем так, официально вернулись в строй. Ну это то, что касается только по волынке. Но сейчас просто могу продемонстрировать, как звучали волынки в середине 18 века. Потом, когда приделали вот эту третью большую трубу, то звук стал более глубокий, и звучание волынки стало более насыщенным и более интересным. Более того, волынку стало слышно еще дальше. То есть вообще, как бы в Шотландии принято считать, что звук волынки в чистом поле разносится где-то на километр, на полтора, на два. В горах, по одним данным, разносится на 13 километров. Вот. Я в Шотландии много лет назад играл в горах, меня было слышно на расстоянии 8 километров. Это определили очень простым образом, потому что мы там в горах застряли, а за нами ехали друзья наши, они заблудились, поэтому по телефону стали созваниваться с нашей группой. Вот, и они услышали, говорят, ага, у вас там Володя на волынке играет, и да, вот он стоит играть на волынке. И потом посмотрели, было, в общем-то, 8 километров. Так, ну вот я уже показал, как звучал с двумя бурдонами, теперь звучание уже с большим, с басовым бурдоном. Сами заметили, может быть, что звук стал, в общем-то, на мой взгляд, он стал намного-намного красивше. Ну и, кстати, вот мелодия, которую сейчас играл, буквально 3-4 минуты назад я вам рассказывал про волынщика по имени Дональд Ду. Тот самый волынщик, которого признали солдатом на основании того, что у него была волынка. И вот эта пьеса, которую сейчас играю, она была, в общем-то, написана сразу фактически после казни Дональда Ду. Эта пьеса называется «Пиброк о Дональду». И эту мелодию вы можете даже услышать в мультике «Желтая подводная лодка». Там есть момент, когда Пол Маккартни наступает на волынку, волынка катится вниз, и там как раз звучит вот эта самая мелодия. Итак, песня, посвященная Дональду Ду.